Город Муром. Это водокачка, которая 1860 года. Ее пытаются восстановить вроде как. Вот так вот сделаем. А вот это остатки от первой водонапорной башни, которая была первая подача. Вот здесь вот проходило 4 километра труб до башни Ермакова, которая вот из подгорочки не видно. Были трубы металлические, чугунные. Она там довольно-таки глубокая, если подойти близко. Сейчас вот это все зачищают, хоть можно снять спокойно. Вот в этом месте где-то есть снесенная церковь была. Не помню, как называется, но, по-моему, Ильи Муромца. Вот здесь вот она была. Ее снесли в 2006 году. Но последние 150 лет здесь никто так глубоко не рыл. Здесь можно кое-что походить, найти, наверное. По-моему, это знак дореволюционной стеклянной бутылки. Бутылка вот такая вот, целая. Вот смотрите, красный кирпич на глубине 1,5–2 метра. Он даже он тут загибается как-то, и он туда идет. Было какое-то здание. Не просто они вот тут построили потом эти деревяшки. Тут довольно-таки ямка вот такая вот. Под электричество роют. Ну так вот, кость нашли. Вот моя нога. Кость вот такая вот. Вот чтобы был понятно размер ноги. Ну вот считать с ботинком, это 43-й. Кость вот такая здоровенькая. Несколько костей, но тут раз была церковь, тут значит и кладбище было. Может лошадей, может людей, кости, может мамонтов. Ну вот у нас Илья Муромец, вон там внизу река, а вода вот подо мной, ну где-то 2,5 метра. Не знаю, с чем связана вот эта вода. Вот тут яма с водой, в воде. Ну такая 2,5 или 3 метра глубина. Ну здесь огромные земельные работы на территории Окского парка. Раньше тут монастырь был. Это интересно походить, пока тут они всю землю подняли старую. Не, ну костей тут полно. Вот моя рука, вон кость какая. Костей дофига. Идешь, они вон просто валяются. Вон несколько метров от Илья Муромца. Вот сейчас где трактор работает. В конце 80-х, вот где вот я тут стою, вот на этом месте вот, здесь велись раскопки глубокие тут. Нашли очень много всего, до сих пор не сказали, чего точно нашли. Ну, походу, это скоро все зароют. Вот ориентир. Вот здесь вот яма. И это вот они сейчас вот заливают бетоном. Вот это вот. И прикапывают. Земля тут вся очень древняя. Можно что-то найти. Мы, кстати, на крыше бункера, в котором я уже снимал не раз видео. Вот он здесь вот. Вот вам ориентир. И бункер, вот он, выступает, его видно. В него можно зайти, там комнат 5. Вот выступ. Вот, строго под кольцом. Пожалуйста, заходите. Вот эта опалубка, которую я вам показывал. Вон там бункер. А выход из него уже вот здесь вот на горке. Вот до этой двери вы внутри дойдете. Внизу. Спокойно. Ну, такая площадь, наверное. Стоили 200 квадратных метров. Квартирка там спрятана. И таких бункеров еще штуки 3 как минимум ближе к Илье Муромцу. Вот вам ориентиры все. Прямо у кольца выходите. Вот. Ну, масштабные, короче, здесь
земляные работы, но чтобы что-то найти, еще метров 5 надо углубляться, скорее всего, если не глубже. Очень много сделано. Вот какие-то старые тут железяки, двери какие-то со старыми петлями лежат. Вытащили из-под земли, видать, кто-то положил. Вот, нахожусь около этой карусели. Вот здесь вот тоже какое-то каменное старое здание было. Видать, в комплекс ходило. Может, Кремля, а может и церкви, которая была тут очень красивой. Вон он, на Илья Муромец там. Так, у нас колесо вон там. И вот здесь вот тоже все это можно искать. Пока тут весь слой снят. Вот эта бутылка, скорее всего, советских времен. Может, наших, но я наших давно таких не видел. Пиво Жигулевское, особые варки. Видите, нет никакого клейма. Сниму последние кадры. Телефон, по-моему, сел, пока я тут с остановками снимал. И мост видно новый.